мне туда надо. Смы. Нельзя сюда ехать, что, непонятно, что ли? Кто у вас вот просто главный? Со мной сейчас. Вот он главный, да? Слушай, если ты отрастил бороду, это не значит, что тебе многое позволено. Кто тебе говорит про бороду? Ну, потому что ты уже изначально подошел на негативе ко мне. Нет, вот я нормально, вот нормально пацаны разговаривают. Я нормально, спокойно подошел, попросил. Ты ненормально подошел. Нормально подошел. Во-первых, я не с тобой разговаривал, а с ним, я к нему обращался. Ты не слышал, как я ненормально разговаривал. Иди, нахуй, еще раз говорю, ты нормально разговаривай. Нахуй ты за мной ходишь? Нормально разговаривай. Нахуй ты за мной ходишь, блядь? Бля, не та машина. Йо-йо-йо, ребята, всем привет! Короче, мы сегодня с толпой, с Хачатуром. Хачатур! Хачатур! Короче, я и Хачатур сегодня решили приехать на матч звезд КХЛ. Это очень интересное событие. Это трэш, это сумасшедшие игры, сумасшедшие челленджи. Это за этим очень интересно наблюдать. Кстати говоря, я в детстве занимался хоккеем. Многие из вас знают, как я люблю и уважаю хоккей. Так же, как и футбол. Также я люблю пиздить Эдика. Эдик, иди сюда. В общем, ребята, ладно, шутки шутками, мы приехали реально посмотреть матч звезд КХЛ. Слышь, ебанутый с собой бандуру взял, бля, оператора взял, я вам с пиздюшкой маленькой. Хачатур, слушай, Хачатур, а можно у вас взять интервью вообще? Как в целом поживают твои зубы? Ну, похуже твоих. У меня хотя бы не откалываются эти паленые какие-то, поставил себе виниры. У него вот тут отколоты, смотрите. Так это, кстати, реально, не откололся виниры, это из-за бутылки. Я просто бутылку вот так вот случайным образом бухает, хули, бухает, кайфарь. Нет, кайфарь по мастеру. Фонбет, неделя, матч звезд хоккея. Я думаю, вам понравится. Прямо сейчас мы направляемся на VIP-ложу смотреть сумасшедшие игры Габара. Поехали. Ты не псина, ты цепной пес, забыл. Да. Ты псина вот или маленький щеночек? И вот они, блогеры, вот эти, да, миллионеры. Смотри на них, значит, сразу же слышь, видно, что они... Прямо сейчас 10 тысяч даю, чтобы да. Ты встал на стол и спел трек любой. Да, я же сделаю, мне похуй. Давай, ебать контент, давай, Вась. Откушу я жопу, слона, пес. Я корней Тарасу, для тебя я босс. На дне бокала виски он меня унес. Нес. Несу свою нож шалава, я качаю жестко. Катафал, катафал, эй, этим бейкам нужен катафал. Блядь, что такой красивый? Здорово. Здорово. А что у тебя за призывы? Блядь, смотри. Что за призывы? Нездоровый, ты по какому низу, блядь. Зачем тебе вертолет нужен? Нам устали подъехать. Да. Что за вертолет? Что был? Короче, мы с Субой соревновались. Здорово, брат. Мы с Субой соревновались, кто за 10 часов отдалится дальше, понял? От точки какой-то из Москвы, ага. Тот выиграл. Короче, я до границы с финкой доехал, понял? А ты куда? А я до Питера. Я думал, тебе вообще фадл будет ехать, знаешь, такое чисто. Нет, почему? Нет, я планировал, у меня были планы. Да он не зарубился ни хера. Ты знаешь, сколько мне штраф стал на BMW M5? 1200, да. Больше. Ну да. 400 тысяч рублей. Раз. Тротуар, пешеходная дорожка уважаемая. Здесь автомобиль. Я понимаю, но мне вот туда вот в магазин зайти просто, и я ненадолго. Ну паркуйтесь, пожалуйста, места здесь уважаемые. Хорошо, я понимаю, а почему ко мне гражданин обычно подходит и говорит? Пешеходчивый. А можешь не снимать, пожалуйста? Который на своей дороге находится. Не, я понимаю, но для этого же есть органы. Я на 5 минут просто вот припаркуюсь, заеду. Нельзя сюда ехать, что непонятно, что ли? Подожди, вы какое право имеете судить меня? Никто тебя не судит. Почему вы меня осуждаете? Что? Хорошо, кто главный у вас? Кто у вас главный? Со мной сейчас разговаривай. Со мной разговаривай. Стой. Кто у вас вот просто главный? Со мной сейчас. Вот он главный, да? Мы говорим о том, для этого есть законы, для этого есть. Для этого есть специальные органы, которые занимаются этими, правильно? Давайте сейчас. Смотри, мы говорим о том, что здесь стоит знак пешеходная зона. Я не буду ждать. Ну потому что. Сюда бежать нельзя. Машину уберите. Вы можете снимать меня, пожалуйста? Здесь можно снимать, мы находимся в общественном месте. Я понимаю, снимать можно, но просто, да, пожалуйста, но не снимайте. Не можешь не выкладывать это? Просьбе отказано.
Ну, я сам не понял. Уезжаем, паркуемся, либо на парковке, либо. Смотри, смотри, сразу еще одну камеру, думаю, контент сразу подъехал. Не, контент, у вас есть свой оператор. Так вы снимали? У меня. Не, мы еще пранк снимали, как бы у меня оператор в машине был. Я говорю, снимай, как бы тоже. Я проеду. Не, не проедете. Проеду. Не проедете. Давайте вы нормально будете разговаривать. Нормально разговаривать. Ребят, давайте мы все снимем, вы и мы. Как хорошо. Дружно уезжаете. Хорошо, вы это делаете с какой целью? Типа вы, вам интересно навести можно? Порядок в России. Да, именно так. Нет, вы задерживаете, просто там сейчас пробка будет, ребят. Задерживаете вы как раз. Бля, вот давай ты заткнешься, я с тобой не разговариваю. У меня такое ощущение, что есть ваш пран. Слушай, если ты отрастил бороду, это не значит, что тебе много, а многое позволено. Кто тебе говорит про бороду? Ну потому что ты уже изначально подошел на негативе ко мне. Нет, вот я нормально. Вот нормально пацаны разговаривают. Я нормально спокойно подошел, попросил. Ты ненормально подошел, нормально подошел. Во-первых, я не с тобой это разговаривал, а с ним, я к нему обращался. Я не слышал, как я ненормально разговариваю. В чем проблема? Что мы сейчас вот с вами знакомы через два или даже одну руку пожатия. И сейчас на ровном месте у нас конфликт. Я приехал просто, блядь, девчонке, блядь, подарок отвезти на 5-10 минут. Ну вот, есть же парковки общие, можно туда встать. Да какие спокойно. Общие парковки, блядь, я что, должен оттуда туда идти или что? Да, на, ну, пешочком можно прогуляться. Блядь, давай ты просто отойдешь, я с тобой не хочу разговаривать уже, ты мне сразу не понравился. Я могу с ним мне вообще не разговаривать? Не можешь не разговаривать. А можешь просто съебаться сейчас, дать отсюда? Нет, не могу. Вася, что делать? Не хочу переходить на паузу. Мне надо проехать туда, я не хочу там парковаться, я принципиально не проеду, я специально не уеду. Да мне там встать, потому что надо. Иди, нахуй, еще раз нахуй говорю, ты нормально разговаривай. Нахуй ты за мной ходишь. Нормально разговаривай. Нахуй ты за мной ходишь, блядь. Ты что, ебанешься? Нахуй ты за мной ходишь, блядь, сука, нахуй. Че нахуй? Нахуй, ты что за мной ходишь, блядь? Че за мной ходишь, блядь? Миш, иди сюда, Миш. Успокойтесь, пожалуйста. Да убери руку тоже. Не хочу садись с тобой. Я тебе говорю, не хочу с тобой разговаривать. Садись блядь. В машину, уезжай. Не уеду, нахуй. Тебе дороже будет. Подожди, тормози. Никто никому не играет. Ребят, давайте серьезно. Ё-моё, 20-й год, вы так начали. Неужели непонятно? Да я ему говорю, не хочу с ним разговаривать. Нахуй уезжай, он едет, блядь. И вы уедете, если его не будет. Все, сейчас сажусь, закрываю дверь. Иди ко мне. Закрывай дверь, иди ко мне. Иди ко мне. Не надо его. Ааа, рука долбоё! And they get it, cause look at me now and then look at yourself in the mirror. I know they doubted my thesis, but they doubted Jesus. And right now I'm making it clear. Clearly these people don't know where they going. And lately I feel like the man with the map. I got this shit out the mud, you could give me the word and I'll probably give it right back. Back of the bus I was scraping the change. Back of my head I was living a life. Back of my job I was losing the focus. Брат, хочу тебе кое-что показать и порадовать тебя. Знаешь чем? 4 миллиона в Инстаграм. А, да ладно, блядь, поздравляю. Красава! Всего, красава, блядь! 4 ляма вот так вот, на фоне. Давай, давай, хотелось бы услышать те, кто поддерживает западную конференцию. Все, кто относится к западной конференции, пошумим через 3, 2, 1, поехали! Put the place up. Сколько вот в клетке бы? Я тебя или ты меня? А ты молодой, братан, еще зеленый, ёпта. Чего? Молодой ты, 20 лет тебе, братуха. Блядь. Ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, кто выиграл бы в клетке? Давайте организм. Корней Тарасов или Суба? Амиран, давай сделаем бой у тебя. Я Корней Тарасов, для тебя я босс. Но для меня это хуесос. Не, блядь, это ты, блядь, слышь, нахуй. А он идет кайфарь, пиздец. Давай клюшку попрошу, две попасуемся. Мишину песню, которую он выпускал. Ну ему приятно, ему очень приятно, ему нравится.
принуждаю, не заставляю. Он просто мне сам говорит, сука, мне нужны деньги, типа, помоги. Я говорю, брат, ну сделай что-нибудь интересное, красивое, давай, чтобы вы заценили. Он говорит, бля, давай я в трусах, короче, типа, полностью голый, там, не знаю, ну что-нибудь сделаю. Но я ему говорю, лучше. Ловите контент! Лучше не надо стоять, потому что сами понимаете, что на столе, если лежит еда, мы кушаем, это неправильно. Это, а это, где мне танцевать? Это вообще неправильно. На столе или нет? Не, на столе не надо. Давай, давай, знаешь, давай, давай, на стол. Давай, на стул, давай, встань, давай, на стул. Ну я ему за это 5000 типа дам. Давай. Ну что, купленный бой? Да нет, ты что? Ты думаешь, купленный? Нет. Суба-суба-то субатея. Здорово, брат, как ты? Заебись вообще, как твоя жизнь? Да потихоньку с пятки на носок как-то двигаюсь. Мужчина или у женщины, по мне, как бы самое дорогое, что должно быть на теле, то это обувь, часы, ну и аксессуары. Ну, так ты сам намекнул, поэтому часы давай покажем. У меня нет часов. Браслет, этот браслет. Можно я скажу, это просто обязательно вставить, этот браслет. Можно, да, ругаться матом? Да. Этот браслет пиздец, что за смыслом несет. Он дорогой не деньгами, но он дорогой именно, вот, знаешь, смыслом и душой. Это похоже, как будто, знаешь, кусочек метеорита какого-то ты здесь закрепил. Не, брат, на Бали купил. И вторая часть этого метеорита у другого человека на руке. Ты настолько милый в отношениях. Да. Скажи вот ребятам, чтобы они не думали, что я над тобой издеваюсь просто. Не, на самом деле они издеваются. Я сам подскажу, говорю, что сделать за бабки, давайте сделаю. И они мне предлагают, что сделать, то есть на выбор. Там кто есть, они, блядь, в основном я тебе? В основном Суба, да, все жалеют денег. То есть, блин, предлагали полташку, чтобы я голым танцевал. Но, к сожалению, готов только Суба давать. Суба говорит, один не потянет. Поэтому он меня не заставляет, я сам готов. Дайте мне денег, я буду делать трек. Славься, страна, мы гордимся матч. Вратарь бьет булит. Очень интересно, я в баху, я первый раз такой вижу. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Я готов. Давайте я вам дам интервью. Я тренером являюсь команды Тараса. Спасибо, но... Давайте интервью. Я помощник тренера. Мы помощники тренера. Давайте я дам интервью, реально говорю. По факту скажу вам вообще тактику, какой тактики мы сегодня придерживались. Давайте дам. У вас был план? У нас был план, да. У нас был план. Два нападающих, один защитник. И вратарь, чтобы был на месте. Девяточку защищал. Все, больше не было плана. Ну что, ребят, для тех, кто не знает, мы находимся сейчас по трибунам помещения. Сейчас мы пойдем на лед, будет награждение хоккеистов, а после мы сразу же двигаем в раздевалку к ним и брать непосредственно интервью. Конечно же, возьмем интервью, если я не постесняюсь, но я постараюсь взять у кого-нибудь из хоккеистов интервью. Ну, не знаю, наверное, не постесняюсь, возьму, посмотрим. Я думаю, а что у них спрашивают? Спроси вопросом. Типа, как вы относитесь к черным футболистам? Сильного, но супа добряк. Добрый чувак, вообще свой в доску. Реально добрый. Переход кадра в другой контент. Садись в машину. Я тебе говорю, не хочу с тобой разговаривать. Садись, блядь, в машину, уезжай. Не уеду нахуй. Тебе дороже будет. Подожди, никто никому не играет. Ребят, давайте серьезно. Ё-моё, 20-й год. Вы так начали? Неужели непонятно? Да я ему говорю, не хочу с ним разговаривать. Нахуй он едет, блядь. И вы уедете, если его не будет. Все, правильно? Я сажусь, закрываю дверь. Иди ко мне, езжай. Закрывай дверь, иди ко мне, иди ко мне. Ааа, рука долбоёб! Ааа!
Ай, блядь! Ай! Блядь! Ну что, ребята, время 18:20. Мы сейчас снимали с Мишей пранк и сразу же поехали, направляемся в сторону, в другой конец Москвы. Пранковать проект StopHam. У меня в их компании есть знакомый один человек, бородатый Тимур. Мы все спланировали, он мне сказал, во сколько приехать и куда подъехать. И сейчас мы едем по адресу, и вы сами сейчас все увидите. Да нет! Да, красавец! Не, у него лицо изменилось! Реально? Блядь! Пацаны, на самом деле... Иди сюда! На самом деле, пацаны, у вас на канале много-много драк, много... Ссоры этого хватает, и поэтому сегодня на веселе просто, чтобы вы свой сегодняшний выпуск закончили на веселе. Я задал вопрос, вы правда сюда приехали снимать? Ну не отживут, а говорит, да. Я напрягся, я тоже напрягся, особенно когда ты ему больно сделал, ни хера себе. Спасибо, брат. Да, ребята. Они нас развели, я тебе говорю. Все, ребят, счастливо. Хорошего вам вечера. Вот так вот. Не надо. Все, поехали. Бля, ребята, пранканули StopHam. Они в ахуе. Это пизда. Мы планировали это. И мы разъебали этот пьедестал. Здравствуйте. А можно пару вопросов задать? Как вам вообще матч и какие ощущения? Отличный матч, хорошая обстановка. Слушайте, вы сегодня забили 10 крутых шайб в девятку. Что вы скажете по этому поводу? Ну это же матч звезд, все в девятку поставили. А вот борода помогает вообще в хоккее? Да, длинные волосы, борода. Шлем не болтается. Да? На вас истригусь, потом, блин, шлем болтается, неудобно. Как вам матч, как вечер? Ну, хорошо, интересно. Да. А сколько там клюшка стоит? Я только... Немного домой, да, в Ярослав, я не могу. Сколько такая клюшка стоит? How many steaks you have left? Они просто пока не говорят, я дурак. Слушай, такой вопрос. Я прямо сейчас готов купить у тебя твою вратарскую клюшку. За сколько ты мне ее продашь? Да я тебе кусок ее отдам. Нет, я готов ее купить за деньги, правда. Нет, по деньги, но я ее покупал сам, поэтому могу подарок просто сделать. Серьезно? Да. Ты реально сейчас отдашь? Да, сейчас скажу за ней. Какие только всего. Офигеть. Это реально достойное уважения, ребят. На, держи. Спасибо огромное, брат. Спасибо. Да, нет, спасибо тебе огромное. Урод, постанешь, нет? Дай твою фото вот так вот. И на всех вот так вот, чтобы все будущие были популярными хоккеистами. Если я не ошибаюсь, сегодня ты стал самым крутым вратарем этого матча. Ну ладно, я шучу, брат. Скажи, пожалуйста, вот, что бы ты пожелал молодым ребятам, которые сейчас занимаются хоккеем? На что им делать больше акцент? И... Да удовольствие получать, наверное, главное, чтобы каждый любил свой вид спорта. А не именно там, не хотел, чтобы хотел это делать. Получать удовольствие, кайфовать. К большому удивлению, в раздевалке хоккеистов лежит пиво. И бургеры. Ну, не знаю, может быть, потому что это матч звезд, как бы они на расслабухе играли, но все же очень странно. Кисы, наверное, поймут и, не знаю, для меня это просто странно, что здесь лежит восторг. Они красавцы, они тренируются, они занимаются спортом, это очень круто. Ну что, ребята, мне подарили клюшку вратарскую и хотел поблагодарить FunBet за то, что пригласили на такое крутое мероприятие. У меня была возможность пообщаться с хоккеистами, посмотреть на такое крутое зрелище и всем советую любить и заниматься спортом. FunBet, спасибо огромное, а мы идем дальше.